Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и сегодня вы снова у меня на даче. И сегодня мы будем делать чухонь пряного посола. Это практически та же самая селедка. Эта чухонь делается по тому же самому рецепту, что и селедка. Итак, друзья мои, а теперь внимание, записываем рецепт. На 3 литра воды мы кладем 20 штучек черного перца, гвоздики 4 штучки, 5 лавровых листиков и 7 столовых ложек с горкой экстра соли. Всю эту замечательную баланду теперь мы ставим на огонь и доводим до кипячения. Как закипело, снимаем с огня. Ну а теперь, друзья мои, мы это все должны обязательно остудить до комнатной температуры. Все, друзья мои, а теперь нам только осталось нашим рассолом залить нашу замечательную чухонь. И если мы готовим селедку, залить нашу селедку. Рецепт одинаковый, что для чухоня, что для селедки. Ну помните, друзья мои, чухонь в пряном посоле так же вкусна, как и селедка. Залив нашу чухонь рассолом, мы ставим ее на 5 дней в холодильник. И уже через 5 дней наша чухонь готова. Можно замечательно ее отведать с картошечкой. Все, друзья мои, вот такой простой рецепт. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всем благом!